мои коллеги приготовили там несколько слайдов, ну, какие-то вехи. Вот то самое, так сказать, начало учения о стволовых клетках Александр Александрович Максимов в работе «Лимфоцит как общая стволовая клетка разнообразных элементов крови в эмбриональном развитии и постфетальном жизни млекопитающих». Вот впервые в мире доказал существование стволовых клеток в взрослом организме. Это потрясающая фотография вообще, так сказать, наших коллеги. Да, следующий слайд. Да. Джон Гёрден, который совсем недавно получил Нобелевскую премию первым, и это давно было, но мы все помним наше поколение, когда он пересадил, да, в икринку, в яйцеклетку, так сказать, ядро соматической клетки, получил, вот, так сказать, первое тому такое клонирование. Следующий, пожалуйста. Первые экспериментальные доказательства существования стволовых клеток в мозге у взрослого организма. Джозеф Альтман и нейропатологи, и особенно нейрохирурги, они надеются на то, что, да, все это получится. Следующий слайд, пожалуйста. Александр Яковлевич Фриденштейн. Открытие мультипатентных мезенхимальных стволовых клеток. И мы даже с вами как-то говорили, я помню, какое-то заседание было о том, что надо как-то увековечить наших коллег, которые стояли у истоков вот этого сегодня по-настоящему, так сказать, эпохального такого направления в медицине, в биологии, в общественной жизни мирового сообщества. Следующий слайд, пожалуйста. Мартин Эванс. Я так понимаю, что недавно ушел из жизни, но, тем не менее, так сказать, это первое было получено как раз, так сказать, и начинались вот эти замечательные работы по ЭКО. Следующий слайд, пожалуйста. Выделение эмбриальных стволовых клеток человека и получение их линий. Следующий. И, наконец, Яманака. Мы его приглашали на эту, на нашу сессию. Молодой японец, который вот показал, как индуцировать плюрипатентные клетки, как их трансформировать, дедифференцировку провести. Это удивительное, конечно, открытие, хотя много вопросов, безусловно, коллеги остается. Взять эктодермальную клетку, даже это фибробласт, хотя это эктодерма, и потом, так сказать, вернуть ее плюрипатентно и получить, ну, не знаю, какой нейроцит там, так сказать, не, думаю, что вряд ли пирамидальную клетку можно получить, но, тем не менее, это потрясающий совершенно, так сказать, вот этот самый эффект. Думаю, что это простая конструкция, будет она усложняться, безусловно. Но, тем не менее, природа так придумала, что нервные клетки, кардиомиоциты, миоциты не делятся. И огромные эти бодибилдинги, когда накачивают и показывают нам, это все лишь одна мышечная клетка. Вот такая, так сказать, гиперфункция, такая гипертрофия. Жировая ткань, удивительная тоже ткань. Всего два периода, когда адипоциты делятся. Это при рождении, то есть внутри утробно, и в пубертат. Все остальное, 300-500 килограмм, это увеличение одной клетки. В тысячи раз. В тысячи раз. Удивительно, что создает организм. Или мы бьемся, как бороться с нейродегенеративными болезнями. И хотелось бы нам как-то, так сказать, оживить эти структуры, которые деградируют. А вместе с тем мы, эндокринологи, встречаем, как из параортальных маленьких ганглиев разрастается огромнейший феохромоцитом. Феохромоцитом делятся клетки, выбрасывая колоссальный, так сказать, уровень катехоламинов
да, и погибает, так сказать, человек. Поэтому, так сказать, невероятно интересно, невероятно сложно вся эта, так сказать, все это направление.